Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий. Сегодня мы поиграем с вами в инди-хоррор, поэтому если вы какой-то нервный или вам нет 16 лет, желательно лучше отойти от компьютера, выключить это видео, так как он еще и пиксельный, он очень-очень страшный, скорее всего. Называется Dark Weir, не знаю, как он переводится, поэтому Story Mode, нажимаем Chapter 1, Unwanted Feelings, что-то потерянные чувства, что ли. Или наоборот, найденные чувства. Difficulty very easy. Chapter 2. Difficulty easy. Так, ну, мы начнем вот с этого. Я так понимаю, нужно начать жить с самого начала. И давайте так. But I won't be able to sleep if you are away. Так, time for bed. А, ну, пора спать, дорогое сердце. И это очень поздно. Но я хочу, типа, что-то спать, погулять, что ли. Я хочу быть дома до твоего... Что-то... What if it's... А если я что-то возьму испугаться? Много родителей работает Grave Shift City. Это нормально для grown-ups. Отец, и ты... Типа, did not answer my question. Ты не ответил на мой вопрос. Ну, суть не в этом. Так, типа, the hidden monkey collectible in each level. Не знаю, это, типа, скрытые обезьянки для... Ой, ой. Ёб твою мать. Ты гляди, как все. How to play. Was to move left mouse button interact. Climb bed. X climb down from bed. Escape pause game. Так, вот это страшная атмосферка. Так, так, что сделать нужно? Тут нужно бояться, походу, просто страшно. Что? Night One. Что? Так. Хер его знает, что происходит вообще. How to play? The do. Когда дверь открывается, лампа включается, и это шапка света. The window. Run. Будешь когда готов, press enter. Run over. И закрывай окно, когда оно откроется. Слушай аккуратнее что-то. Слушай, наверное, очень-очень это... Внимательным нужно быть. The sleep bar. To continue on, you have to fall asleep, but your sleep bar will not fill up if the lamp is on. Короче, нужно продолжить, когда ты имеешь падение в sleep, что-то так, alarm clock, когда будильник. Когда будильник звонит, беги оттуда и выключай его. Или они двигаются быстрее. Короче, дверь нужно... С двери я так и не понял, что нужно сделать. Окно нужно закрывать. Sleep bar нужно продолжать, когда ты имеешь полный... Это, короче, enter when you ready. Так, сердечко пиздец, конечно. X climb down. А как залезть-то? Эй, дура. А где sleep bar? Что делать надо? Что происходит? Где? 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 Где он звонит? Сука, собака, залезь! Такс. Окошко, главное, чтобы не открывалось, будет вообще все хорошо. И дверь, чтобы не открывалась. Дверь откроется, наверное, свет погасит. Или окно, 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 окно. Оба. В смысле? Я так понимаю, нужно было так делать, да? Мы
Девчонка какая, капец, вообще ничего не понимаю, что происходит. Просто капец. Если дверь... Дверь-то зачем открывается? Почему она открывается постоянно? Какая дверь? Дверь там все хлопает и хлопает. Блин. Не шуми. Слушай, дверь все открывается. Ёб, блядь. О, блядь. Сука. Тихо ты, так нет, не надо делать было. Сейчас. Сейчас, 5 секунд. Ладно. Сейчас попью чуть-чуть. Ладно. Press Enter to continue. Меня весь в мурашках. Story mode. Difficulty very easy. Ты серьезно? Так, time... Так, это я слышал уже. Давай. Да. Я это уже знаю. Аж бровь дергаться начала. Офигеть просто. Так неожиданно-то. Зачем так? Я ж на кровати вроде даже был. Или нет? Фух, капец. Окей, дед. Так. Ну типа ты должен быть в порядке. Это просто твои... эти фантазии. И давай, типа это... The Hidden Monkey Collectible on each level. Я это смотрел, я это уже видел, да. Так, давайте с дверью разберемся. Дверь что-то делает. Так. Так, loading, please void. Wait. Ну, сейчас расскажу, что делать надо. Дверь. Когда дверь открывается, лампа включается. Они ненавидят свет. Когда дверь opens turn. Короче, дверь постоянно выключает лампу. Надо включать лампу. А я с выключенной лампой сидел. The window. Или наоборот. Ладно, мы сейчас еще раз попробуем. The window. Run over... And close the window. Ну, это я понял, что надо... Sleep bar. Продолжай на твоем имении падений. Но твой сон, типа, не fill up the lamp, если лампа включена. Так, лампа включена сейчас. Даже не написано, сколько ждать, блин. Я так понял, когда дверь это щелкает, нужно выключать, включать наоборот свет. Ну, как я понял, на самом деле, я не понимаю особо, что со светом делать, но... Сейчас мы разберемся, если он еще раз выпрыгнет, я точно это... Нормально, все. Все в порядке. Я наверху. Эта херня ходит там по дому.
Ну! Я так и не понял, что с дверью делать. Вот он пришел. Он ненавидит свет, написано было. Они ненавидят свет. Значит, нужно включить свет и все, и сидеть спокойно себе. Лампу никто не выключает. Значит, правильно? Ну, я так понимаю, по крайней мере. Ушел. Все. Значит, может... Я не понимаю, дверь у меня приоткрыта теперь, нет? Это очень-очень страшно. Вот что это за хлопок? Не было же входа даже. Сильников столько поназаводил. Объясните мне, пожалуйста, а? Ой! Сиди спокойно и не шевелись. Опять зашел, дурак. Сейчас опять будильник зазвонит, твою мать. Не знаю, как я это понимаю. Окно. Окно откроется сейчас. Ну, по-любому, потому что уже сейчас все очень часто все происходить начало. Капец вообще. Просто. Я еще от того случая отойти не могу. От... Когда он прыганул-то. Так, что-то меня колбасит, по-моему. Да закончится это все. Вот опять кто-то зашел. Ёб твою мать! Ну! Будильников-то куда столько завели? Сын спать должен. Ушел. Наверное. Или пришел. Хрен его знает вообще на самом деле. Что это за звук такой? В конце-то концов, каждую минуту, как я себе на работу завожу, но это не серьезно. Капец, блин, ну опять зашел. Или вышел, ну я не знаю, что это за звук. На самом деле, вот непонятно, что это за звук. Хлопают на выходе. Хлопают, когда выходят. Вот, ушел. Значит, ушел. Я уже очень долго живу, и очень долго это самое, как бы ничего не происходит. Я уже должен был как бы пройти, мне кажется, нет? Напряжёнка-то какая, блин. Да залезь! Он и зашел одно... Да... И дверь щелкнула, и окно открылось вместе. Оба! Дверь приоткрылась. Ну все, сейчас он выпрыгнет. Ждем, так сказать, паскуду эту. Когда я пройду-то? Что надо сделать-то в итоге? По-моему, прикрылась только что дверь, да?
Что происходит вообще? Вот оно, оп! Открылось. А! Я так понимаю, мне нужно уснуть, правильно? Этот дурачок ушел. Я понял, по-моему, суть игры. Наверное. Мне нужно уснуть. Да? Не знаю. Если он еще раз выпрыгнет, я играть дальше не буду. Куда бежать? Ушел. Выключил. Выключил. Залез. Очень непонятно, куда он нажмет. Вообще, вот стрелочки нет посерединке, и все, я путаюсь. Я понял, что происходит. Я понял, что нужно делать. Я понял, что нужно делать. Нужно, когда он выходит, выключать свет, чтобы пытаться уснуть. Когда он заходит, слезать с кровати, включать свет, чтобы он не зашел ко мне в комнату. Выключать будильник, закрывать окно постоянно. У меня сердце сейчас так же колотится. Прям вот ровно так же колотится сердце просто. Я не слышал, зашел ли он, но мне показалось, что да. Нет, не зашел. Света нету. Там свет загорается, он за дверью, когда он заходит. Блять, слезь! Слезь! Включи! Залезь! Все. Спокойно. Блёха-муха. Выключись. Залезь, будильник сейчас прозвенит. Давай, 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 засыпай, ёлки-палки, твою ж налево. Блять, выключил еще. Сейчас опять зайдет же ведь. По 100 раз нажимаешь, потому что не поймешь, на самом деле будет что или нет. Да блин! Залезь ты, ёб твою мать, на кровать на эту долбаную. Половина только, охренеть! У меня просто уже паника, просто вот он сколько спать-то может засыпать. Капец. Сейчас придет. Да этот батёк шарахается постоянно, блин, он забыл ключи небось сначала, потом пакет какой-нибудь забыл, пришел за ним. А сын, он паникует, напридумывал себе в голове всякой байды, и все, и теперь жить не может спокойно, заснуть он не может. Лампу включил, будильник выключил, залез на кровать. Все. Выключил лампу. Хотел окно закрыть, но оно не открылось. Малого, блин, с детства психику просто сломали и все.
Ну, когда там уснешь-то ты, ёп. Я не понимаю. Я уже должен был уснуть. А, там... Там еще вон сколько! Охренеть! Да ты ошалевший, что ли? Сколько можно спать? Засыпать-то сколько можно? Я, конечно, в таких условиях, наверное, тяжело заснуть, да? Когда у тебя ходит кто-то непонятно, ты еще себе там напридумывал, накрутил, ложку упал на кухне. Это все капец. Ты там прям вообще не понимаешь, что делать нужно. А спать-то надо. Завтра вставать. А может даже не вставать, может не доживешь вообще. Бегать даже нельзя. Ты понимаешь, shift нажимаешь, он останавливается. Топанный будильник, блин. Сколько меня мучить-то будешь? Осталось чуть-чуть прям, вот прям совсем чуть-чуть, давай! Давай! Засыпай! Все. Отлично. Отлично. Просто отлично. Все, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, делитесь видео с друзьями. Возможно, даже когда-то я начну, ну, пройду второй уровень, там, третий, не знаю, сколько там уровней. Пишите в комментарии. Всем спасибо, всем пока.